Сегодня у нас 25 июля 2016 года. Показываю я сооружение, называется «Балерина». Аббревиатура «Башня. Летняя резиденция Игнатия Начальника». Вот рядом тестомес. Ну и рядом тут лабаз. Вот это лабаз. Дальше крыша, видать, Глушкова. Вот. Это у нас тут теплица. Я около нее стою. Вот это вот первая была землянка. Делали ее. Под шифер. Как все непросто было. Все это заброшено, но еще стоит. Ну и тут что у нас? Крест с колючей проволокой. Вот здесь коров загоняют. Вот сейчас покажу я, что и как. Вот корова. Идут дожди, грозы все лето. И вот приходят коровы. И лечь негде. Вот она называется Няша. И она ложится. Вот в каком виде. Все, чтобы видно было. Вон корова лежит. Видишь как? Это живая грязь. И делать пока ничего никак нельзя загонять. Вот. Деревенских всего три хозяина коров держат. Три. Остальные тут одинокие женщины. Когда-то держали было время, даже держали и одинокие. Но сейчас один держит, много можно покупать у него. Вот овечек перевели в другое место. Потому что здесь вот они были. Показываю. Вот она, корова. В каком виде. Все, я смотреть страшно. Размочалило, ничего никак нет. Вот он лег прямо в грязь. И как это на пользу ему идти не может. А что нужно сделать? Вот это вопрос серьезный. Что нужно сделать? Сделать нужно новый денник. Ну, надо идти разговаривать. Вот все это разломали. Опять второй раз. Вот они здесь. Бочки тут чуть-чуть посуше. А там вон трава, где можно лечь. Ни одна не идет, а в самую грязь заходит. То ли от жары прячется. Ну, дальше, видать, это лагерь. Вот сейчас пойду к батюшке советоваться. И здесь вот участок большой. Прям посередине можно взять, заново сделать загородку. Большую. Вот так. А это вот вода. Жижу у овечек. Бороться. Каждый день грозы. Такого никто и не помнит. Каждый день. А сегодня какая-то дымка стоит. Вот везде, куда посмотреть, дымка. Как будто какие-то леса горят где-то. Вот за лагерем там видать. Ну, дым. Прямо дым. Ну, разрежены, конечно, далековато от нас. Так, ребята, далеко? Да вот сюда тут где-то Никита говорил, что... Да, идите, сделано. Я покажу вам. В прошлый раз ребята помогали нам, и ваши хлопцы могут. Вот что нужно делать. С той стороны пройдете, вон там в конце мы загородили, вон новый столб стоит где-то. И сейчас разгородилось с этой стороны оттуда, вон оттуда зайти. Оттуда надо столбы у нас там есть брать, мазать, прибивать. Ребята пускай учатся. Там можно взять все. Топор, молотки, гвозди, они будут подтаскивать. И жерди, которые жерди брать, чтобы маленько кривые были, не прямые. Я подойду еще посмотрю. Жерди 4 можно взять. Хорошо, догоняй их. Я вам потом ребятишкам я крылышки подарю. Крылышки. Идите туда, там тележка. На тележке все надо подвозить, инструменты, жерди. А жерди они принесут 2-3 человека, одну потащит. Они небольшие.
Вот так. Дожди непрерывные идут от лета. И у коров зайти невозможно. Решили денег перенести в другое место. Пришел батюшка, сейчас посмотрели. Ну и вот, сейчас мы... Поворачивайте сюда. Это Владимир Юрьевич Голендухин, Екатеринбург, со своей паствой. Подворачивайте сюда. Давайте. Вот сюда, на меня. На меня, поворачивай, поворачивай, поворачивай. Круче поворачивай. Вот сюда, вот рядом. Так, пошел дальше. Так, ребята, развязывайте. Держи, а сейчас держи, они развяжут, держи. И разгружать. Вот они будут все уметь делать. Давай, разом. Вот здесь сделаем теперь... Вот смотри, какая-то цветы растут, мальва называется, мальва. И вот здесь сделаем теперь новый денник. Из этой грязи коровы вылезут, они не знают, что делать. Давайте. Вот, сейчас бери толстый конец, а не тонкий, полностью развязать. Держи, Алеша. Вот сюда сейчас надо сбросить. Так, держи. Чтобы не ударили друг друга, давайте. Так, вы, Саша, сюда, ко мне. А знаете, как можно? Поднять кверху и тележку выдернуть. А в какую сторону? Подожди, давай, попробуй. Попробуйте тележку выдернуть. Да. Нажимайте там внизу, вот эти, нажимай вниз. Жерди, нажимай вниз. Во! А теперь тащи тележку. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, 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 давай. Давай, как самосвал. Кто-то... О! Ну здорово. Вытаскивай веревки теперь. Помогайте веревку оттащить. Сейчас едем еще погрузим. Раза три привезем, а сейчас привезут такую сверлить, механическую. Ямки сверлить. Не видим. О! Это дело. И коровки уже будут лежать на траве. Они в этой каше, в няше называется. Вы учитесь всему этому? Да. Максим, ты не бойся комаров. Иди сюда, Максим, Максим, вперед, вставай сейчас. Берись, залазь вовнутрь. А, пускай он попробует. Попеременно, сейчас Максим главный. Лезь туда вовнутрь. Все, поворачиваю. Все, поехали. Разворачивайся. А потом Саша. Потом поедет, потом ты поедешь. Все, 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 ты им не лезь, не мешай. Они только команду. Это такая орава. Замечательные ребята у нас. Вот как оно все идет. Это мы из лагеря возим. А там наши работают. Корову уронили, все. Вот там Никита, Володя. У меня все трясется. Загораживаем. Это мы деревенским помогаем. Нам это не в тягость, а в радость. Лагерь закрыт был неделю назад. Сегодня у нас 25-е. Ну, не уехало несколько человек, потому что у них билет взят на 30-е, Екатеринбург. И из Канады, и горы. Ну, его здесь нет. Это четверо. Вот мы пришли тут в лагерь. Сейчас нам нужно грузить столбы. Новый денник. И вот четверо хлопцев с Екатеринбурга. С их воспитателем. Владимир Юрьевич Голендухин. Мы сейчас поблагодарим Бога. Молимся в этом направлении. Три поклона. Сюда, сюда, на восток. Отец наш Небесный, благослови нас. И труд наш соделай полезным и безопасным. Сделай так, чтобы имя Твое Святое прославлялось через труд наш. Сохрани нас от гонителей и благослови их и власти. Не дай никому погибнуть, ибо все видимое временное, а невидимое вечное. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, грузите. Держите хорошо. Так, берите, ребята, вы с этой стороны берите, а они пускай поддерживают, помогают. Смотри, двумя руками держи. Это не пойдет так. Так, там берите кто-нибудь.
Вот эти вот, которые выброшены, вот. Вот эти? Да. По порядку, вытаскивай. Так, давай, Саша, поднимай. Вот. Все. Как хорошо в деревне. Так, Леша, подвинься на ту сторону. Так, сюда ровно, чтобы было. Посередке делай. Все, быстрее. Все, хорош. Давай вот это. Максим, ты напрасно чешешься. Дайте Максиму место. Вы берете не ту. Берите дальше вон ту, большую, которая крупнее. Давай вот это. Максим, ты опять стоишь. Ну что на меня смотреть-то? Так, отойдите оттуда. Один Максим будет брать сейчас. Леша, Саша, дай ему. Отойдите в сторонку, ребята, положите. Дайте ему поработать, он все время лишний. Ему будет трудно жить в жизни. Давай, Максим, бери. Вот эту. А вы держите, чтобы эти не упали. Все, бери. Бери назад. Так, Кирилл, пусти. Поднимай. Кирилл, ты с другой стороны. Давай, давай. На середину. Тимофеев. Все. С другой стороны. Все, все, все. Давай, хорошо. Иди сюда, Максим. Это у нас бывший детский лагерь. Он закрытый был 18-го. В 22 ночи дети бежали в грозу в степь. Приехала полиция. Очень боялись, потому что сказали, что будут детей отнимать, узнавать адреса, а там будут бомбить краевой прокуратурой, угрожать уже начали приходить. Еще. Поднимай выше. Так, сдвинуть надо, что-то на один конец все сместилось. Тот конец надо подвинуть. Вот сюда вот, на сдвинуть. Ну, еще. Вот так. Все. Держите. Так, Максим, иди помогай. Кирилл. Которая толще, ту уберите. Держи. Видите как. Так, иди сюда. Я? Да. Бери. Конечно. Ну, а кто еще? Все, поднимай. Пойдем на серединку, давай. О! Пошли. Следующую. Вот это. Подожди. Ну, она толщиной в руку, тут не тяжело. Все, давай, вытаскивай. Комарики, сегодня все как дымом покрыто. Вот там солнце. Мне нравится, когда они меня кусают. Все, давай, уходи. Отпускай. Какие тучи. Следующее. Подвигай. Еще давай. Может 10 штук свободно положить. А мы 11 положили. Бери вот это. Так, это хорошее. Выдерни ее, только трогать не надо. Самые прямые не трогать. Так, ее сюда брось. А, ну давай, клади. Отпускай. Дальше она неровная. Поднимай. Да можно положить, она не... Ну ладно, бери, бери, берите другую. Вот это вот бери. Максим, вытаскивай. Привыкай, Максим. Это все необходимо. А можно я вам все давай следующую, иди сюда. Я тут хочу. Вот это давай. Поднимай. Наверх. Вот сюда, наверх. Да. Так, давай сколько? 10. Ну еще можно одну. Я думаю, положи. Давай-ка, Максим, поскорее. Главное, умейте все делать красиво, быстро. Вот это давай. И правильно. А можно еще одну? Да нет, наверное, хватит. Все. Хватит? Все, держите, сейчас привязывать будут. Как, сколько, посчитай. 11. Сколько штук? 11. Ну, хорошо, давайте, привязывайте. Обмотнуть сначала вокруг надо. Учитесь, хлопцы, им давай самим делать это. Отступись пока, только командуй. Да. Иди, давай. Давай. Вот ребята сами все делать должны. Мы
Это мужики растут настоящие. Где я делал, помнишь, сюда? Натягивай сильнее. Смотрите, где он берет. Так, смотрите, ему трудно держать. Значит, надо вперед продвинуть маленько. Чтобы она равновесие имела. Так. Сейчас нормально? Она в ту сторону, глядите. Все, нормально. Так, хорошо. Да, давай, ну, держи. Немного подальше. Все. Так. Держи. Можешь завязать? Вот здесь. Вот за это, за во-во. Вот вот. Покажи ему, как узел там завязывать. Иначе она не сорвется у него. Вот надо подтягивать, чтобы было. Так, ребята, так, еще надо петелькой сейчас, смотри как. Ну, может, за узлом. Все. Маленько в сторонку отверните. Так, все. Это наш шалаш на 30 человек. Так, сзади вставайте. Пока, Леша, сзади. Поехали. Вы что тут? Так, давайте, хлопцы. Толкай сзади, бери. Поднимай штуки две. Вот эти задние поднимай и дави их. Во! Вот так, во! Ну, ребята, вообще замечательные хлопцы. Хороших ребят Бог дал нам. Алешка принял крещение даже. Вот на той стороне ребята уже практически заканчивают работу. Там Володя. Так, Игнатий Николаевич. Сюда, подворачивайте. Вот на это место остановите. Хорош. Развязывайте. И по одной жердине снимать. Так, хлопцы, развязывайте. Подскажи им как. Максим не может развязать. Да ведь что-то зацепилось. Ну, все равно надо как-то. Дайте Максиму развязать. Все, дай. Все, все. Дай, дай, ну развяжь, что у него получится. Саша вместо Максима. Как индейцы с перьями. Давайте, помогай ему, помогай. Не стой, не комаров гоняй. Тут надо работать, и комар отлетит. Комар не любит, когда люди работают. Черви едят мертвого, а не живого. Максим, как ты можешь в стороне оставаться? Ну, со стороны стоишь. Ну, подойди его, протяни руку. Ни разу не видел, чтобы ты поспешил на помощь. Как ты дальше жить-то будешь? Уже сформировавшийся лентяй. Так. Так это нельзя? Все. Так. На эту? Сюда? Ну да, скидывайте. Все, давай. Отойдите в сторонку. Это? Помогайте там. Нет, давай. Леша, на себя. Все, вот сюда, рядышком. Все. Следующую. Давай. Так, сюда иди. Так. Давай вот эту. Крайнюю. Леша, вступляй. Все. Сюда. Поднимай выше. Сюда. Бросай. О, молодцы, ребята. Давай, получится. Следующую взяли. Вначале 7 жердей привезли, а сейчас 11. Поскольку ушло времени, пока шкурили. Так, вот эту. Держи. А сейчас это все скотинки. Так, вот это. По ноге себе не стукните только. Аккуратнее. Вытаскивай. Так. Вот это, вот это. Так. Там Алешка. Аккуратно. Все. Поехали. Они могут так повернуть, один сядет, остальные везут. А в следующий раз другой сядет. Поворачивай. Сейчас, подожди. У них получится. Все, туда, туда. Так, пошел. Кого-нибудь прокатите, кого-нибудь. Давай, садись.
Ну? А потом я. Максим, толкай. А почему Саша сразу? Я знаю его. Подальше от велосипеда отойди. Ну, брат ты мой, вот это я понимаю. К лагерю опять. У нас 25 июля 2016 года. Вот едем делать новый загон для коров. И таскают наши братья жерди, столбы. Вы только там вниз не давите, когда толкаете сзади. А то ему тяжело. Скорее, скорее. О, Кирилл, ты стоишь, чешешься просто. Иди вперед, помогай тут тогда. Толкай. Позвольте прихтись с вами. Но дело другое. Там топор на пару. Правда, значит, Никита Кожемякин. Завтра утром пойдете сюда шкурить. Новый загон сделать. Тут невозможно. Весь месяц это тут дожди. Глянь, какая грязика. Страшно смотреть. Корова лежит, и вымя у нее по грязи плывет. Специальная машина, которая отмывает. Да, конечно. Даже вот на входе, гляди, как далеко и как разместили. Все, как раз дождь пошел. Это столбы кленовые. Давай. Так, помоги, не развязать, затянуло сильно. Так, подожди, без рук. Так, развязал, ты смотри. Ребята, ты сами развязали, я даже думал, не развяжут. Ничего себе. Так. О, набилось сколько. Нас здесь, как тараканов, говорят, под Рождество в щелке в одной. Так, ну держи. Держи. Так, теперь уходите в сторону. Крепче держи, так, Алексей. Алексей, наперед, перейди. А тут держи. В сторону отошли. Привезут машину, которая помогает рыть ямки. Все, снова туда. Посмотри, сколько мы навозили. Это ребята все. Давай, поворачивай. Жильей хватает. Дождик начинается. Сколько, интересно, время сейчас? Время? Минут 10 седьмого. Седьмого? Да. Так, тележку отвезите и все на этом. Сколько времени? 11 минут седьмого. Ну молодцы, хлопцы, сейчас мы там поводимся, поблагодарим Бога и пойдете на ужин.
носки-то грязные теперь, в грязь залез. Так. Алло, а чего же бросили-то? А ну ладно, иди, веди ребятишек. Веди. Теперь надо это... Вы же хотели помолиться. Назад! Назад все помолимся. Дождик начался. Так, куда-то очень хорошо спрятать мазилу. Иначе корова опрокинет его. Значит, это, подожди, Никита, там мы все сделали? Да, можно землянку поставить куда-нибудь. Вон там, где землянка такая. Давайте помолимся сначала. Господи, мы благодарим Тебя, Ты благословил нас в наших трудах. Слава Тебе. Посети больных, парализованных, одиноких, обездоленных, обозленных. Всем положи на сердце радоваться трудами, не своими только, но и те, которые служат для прославления Тебя, Боже. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Уходим. Смотри, вот люди. Рукавицы вот починяю почти каждый день. Вот какие нашитые. И здесь сегодня только за один день. С утра начали как валить деревья. И пали два сука на... не порвали у нас там. Выходит. Я сейчас покажу, там придем. Ой-ой-ой. Давайте. Шириной 1,80 м, чтобы людей принять, спать можно было. Вот это новая землянка. Что сюда? Посмотри, я боролся с припьем. Посмотри, что наколотил. Дождь идет на шифер, покажи. Вот эти деревья, которые пилили. И отсюда вот этот сук упал на провода. А провода вот эти два идут. Идут они на балерину. Большой пролет. От балерины он поворачивает на лагерь. Там столбы лагерные можно показать. Все, снимай, тащи сюда. Выключатель показать. Смотри, что дали нам сегодня. Никита. Хорошо. Давай-ка мы посмотрим сюда. Вот, зайди. Белая. Рыжка. Ну, посмотри, что делается. Тут все электрифицировано. Раньше я помню, очень хорошо помню. Кверху было включено. Вниз выключено, вниз это падает. Падает энергия, падает. Сейчас сделали наоборот. Кверху выключено, вот, вверх отключенное, вчера я сказал, ворова сделай. А вниз включенное. Подводная лодка потопилась так. Его с другой лодки призвали парня, того недавно был. И когда он думал, что завинчивает, а на самом деле отвинчивает. И она пошла, лодка на дно и раздавила ее. Как много, значит, это перемена. Но кто-то это умный делает. Умный в кавычках, это злой дух. А однажды принятое надо держать. Масоны все переменяют. Левой рукой здороваться. Значит, на обязательно, если креста нету, галстук. Галстук, конечно, бы расстегнуто был. Это не просто так, знаете. А посмотрите, многие ли, чтобы без галстука и застегнуты был. Это единицы, кто с ними не связан. Точно так и здесь. Я от малого веду дальше. Это мои кошки. Это вот идет качать. Насос, а это у нас идет на баню включенную. Это все идет от нашего, вон она, где главная коробка распределительная. Вот так надо сегодня починять опять. Ну что, благодарю, слава Христу. Слава Христу. Поставили веревки, когда мой Роман приедет, начнем допиливать это дерево. Его свалить надо. Вот это вот дерево, посмотри, вот здесь. Оно разлапистое такое. Теперь мы главное сучки убрали. Теперь если веревку альпинистку захватить там и туда тянуть, то она вся туда рухнет. Провода уже остаются в стороне.
Это мы 2 дня возились с ними, пока все убрали. И два сука все-таки, даже 2-3 повисло на проводах, но не порвали. Но все-таки опасность-то есть. А? Наклон-то сюда идет, опасность есть все-таки. Опасность есть, да. Опасность есть. Но вот этот можем пилить вверху и туда валить одну, без этого. А, без... Одну. А. Под нее подпилить, и... а потом это отдельно, она уже не достанет. Угу. Ну, Роман, привет, все. Все на этом, братья. Все, слава Христу. Можешь мне оставить, а потом... Вот отец Аким привозит помощь. Так, вокруг травы, чтобы не было, не замотало. Копать-то не надо, просто срезать траву только, а то она наматывает, знаете. Она там не будет это работать. Так, ну кто из вас сам это? Лох и... Никита Шкурец, сегодня 26 июля. А что делать, батенька, надо? Центр ямки показан, а? Где. Вокруг оббери, чтобы ни одна травинка не попала. Да нет, ну одна-то... Давай сюда, бачка. Угловой сделаем. Я, наверное, нет. Так, давай. Так я вот не угловой. Не гнать, тихо. Помогите там еще, может, надо вытащить. Я. Никита, подойди. Кто будет крутить-то? Давай сюда. Дай Никите, он выше всех ростом. А что она бензином-то не заправлена? Как? А вот это что? Вон. Да ничего, на бок наклонил, и все, бензин не поступает. Надо наливать полную. А зачем на бок наклонил? Что, не посмотрел? Подожди, полную. Так, вот видишь, когда вот это... Оп, это выключится, я понял. О, вот это включено. Так. Это включено. Без рукавиц только, Никита. Так, включено. Дальше, стоп. Где еще что-то здесь? Надо еще смотреть. Громче говори, чтобы было нам понятно. Что делать? Я откуда знаю, я сам не знаю, что делать. Вот это учителя у нас... Это тоже включено. Да, это включено. Вместо учителя математики. Третий раз объясняет. Ученики, да чего бестолково, я уже и сам понял, о чем говорю. Вот как ее заводить-то сейчас? Надо... Давай сюда. Вот я говорю сюда, а не туда. Ну подожди ты, туда-туда. Мы. Ну поставь сюда его, чтобы не тошли. Ну, там неудобно, бревна лежат. Мне здесь мы. Бревна в стороне, вот она ямка. Фу ты, Господи, вот какой настырный. Я говорю, смотри. Делайте, что положено. Да не положено это совсем. Не положено. Здесь мне назад, оно ударит, я назад упаду. Некуда. Ну, отодвинь, Никита. Я не знаю, ну, какая приготовь, тебе разница? Приготовь место упасть куда. Ну. Приготовь. Вот так. Все, падай. Ну, падай. Свободно. Ну, ты что шутишь? Это шутки-то здесь плохие. Здесь без рук. Угловой поставить надо. Давай, делай. Траву. Намотала. Никита, как-то неповоротливо-то почему? Подскочил, раз убрал. А, подожди, ты не суетись, Вася. Ну, мы уже привыкли. Почти. Так, подожди, не разворачивай. Там намотала трава внизу, ничего? Да нет, не надо, там ничего не надо. Там она маленькая, не надо. Yeah.
67 метров должно быть. Замерь чем-нибудь. Ну я же говорил, там трава. Нет, не надо. Тому и подошли. Покрутит и выйдет. На одном месте покрутить ее, она все выкинет оттуда. Как? Руками-то не вытащишь? Да там не нечего, там этого хватит. Куда там? Смотри. Ну стой на одном месте, держи, она выкинет его. О, Господи, помилуй. Спорят, главное, а сами не знают. О, теперь положи его. Я говорил, тогда траву убрать, она так и мотает ее. Спорить-то любите, а на дело не глядите. Намотанная, там она так вот трава и идет. Вон она. А всего ничего было, наклонись ее убрать. Уберите траву. Подожди. Это травинки, они не держат ничего. Ты. Сказали правильно, чтобы травы не было, нам же не трудно это сделать. Трава когда наматывает, а это... Ну... Еще раз говорю, это не трудно. Зачем поощрять нарушение? Все. Ну попробуй. Так, бензин надо нам. Никита, все понял? Давай еще одну ямку прокрутишь при мне. Давай. Больше нету ямки. Надо наметить сначала. Ну наметьте быстрее. Прокрути.